Екібастузском спорткомплексі «Жасибай» собрались сотрудники следственных подразделений Департамента внутренних дел Павлодарской области. Основная цель приезда полицейских – это участие в турнире по футболу. Организаторами выступает у нас руководство УВД города Екібастуза, которое нас пригласило. Сегодня на товарищеской встрече будет встречаться команда УВД города Екібастуза, команда Следственного управления Департамента внутренних дел Павлодарской области, команды Южного, Северного, Центрального отдела полиции УВД города Павлодара, команда УВД города АКСУ и сборная сельских районных отделов внутренних дел Павлодарской области. По итогам соревнований были определены призовые места. Первое место завоевала команда города Екібастуза. Вторыми стала сборная команда района следственных подразделений органов внутренних дел. На третьем же разместились следователи Северного отдела полиции Управления внутренних дел. Также были вручены грамоты по трем номинациям – лучший защитник, лучший нападающий и лучший вратарь. На торжественной церемонии награждения все победители получили грамоты, медали и ценные подарки.